Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Клитемнестра. Клитемнестра – дочь Тиндарея и Леды, сестра Елены и жена Агамемнона, царя Микен. Во время его отсутствия на Троянской войне стала любовницей его двоюродного брата Игисфа. И после возвращения Агамемнона они вероломно умертвили его вместе с его племянницей Кассандрой. За это Клитемнестра была убита своим сыном Орестом. Гомер милосердно описывает ее слабой женщиной, сбившейся с пути. Но у более поздних греческих драматургов она представлена женщиной с сильным характером, имеющей двойной мотив для мести – ревность и горе из-за принесения в жертву ее дочери Ифигении. В таком же виде она появляется в опере Рихарда Штрауса «Электра» из Википедии. Древнегреческие мифологии – дочь спартанского царя Тиндарея и Леды, сестра Елены и Диаскуров. По одной из версий, первоначально была женой Тантала, убитого Агамемноном вместе с их ребенком. Выдана замуж за микенского царя Агамемнона, возглавившего греческое войско в походе на Трою. В отсутствие Агамемнона Клитемнестра, побужденная Навплием, изменила ему с его двоюродным братом Игисфом и по возвращении мужа убила его и его любовницу Кассандру. Впоследствии Клитемнестра вместе с Игисфом была убита собственным сыном Орестом, отомстившим ей за гибель отца. В ночь перед смертью ей приснилось, что змей ползет к ней и кусает ее в теме. По Эсхилу ей снилось, что она родила змея, который укусил ее за грудь. По другой версии, ей приснилось, что царский посох Агамемнона пророс и превратился в дерево. Была похоронена в стороне от городской стены Микен. Ну вот так вкратце о Клитемнестре, дочери Тиндарея и Леды, сестра Елены и жена Агамемнона, царя Микен. Пока-пока, до свидания.